Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, я похудела на 50 килограмм со 115 до 65, сейчас мне 41 год. Это мой завтрак, который я заказала в диет-сервисе, в сервисе по доставке здорового питания. Вернее, я там заказала пробный день, сегодня целый день я буду есть их еду. Вот, хочу попробовать и оценить, это уже не первый сервис, в котором я заказываю еду. Значит, вчера я выкладывала распаковку, и, честно говоря, меню меня не очень впечатлило на сегодня. Сейчас буду пробовать. Здесь я взвесила этот тортик, почему-то сервис сам не указал его вес. Он 150 грамм, калорийность у него 344 калории, согласно моему меню. Сейчас я его попробую, поделюсь с вами своими впечатлениями. Можно разглядеть его поближе. Но вы знаете, действительно чувствуется, что низкокалорийный, мало сахара, такой творожный бисквит и не сладкая вот эта вот творожная начинка. Ягоды натуральные, кисленькие, похожие на черную смородину. Вот, в принципе, все сделано правильно. Но единственное, я не уверена насчет того, что это хороший завтрак, потому что углеводы здесь немедленные. Скорее всего, я быстро захочу есть. Вот, и к тому же я собираюсь на фитнес. А на второй завтрак у меня, кажется, борщик. Тоже ни о чем. Хотелось бы что-то такое более белковое в первой половине дня скушать. Злаки, кашки, сырнички, что-то такое. Ну, в общем, будем наблюдать. Пирог я скушала. Вот, всем приятного аппетита, стройной фигуры, хорошего дня.